Привет, дорогие друзья, это ролик на Бог Резерв, и я автор этого канала. В общем-то, я думаю, вы соскучились по такому проекту, как HealthStore, и я решил пополнить свой баланс на 189 баксов. Слушайте, ну это практически 13 тысяч рублей, сумма довольно-таки существенная, поэтому не скупитесь на лайки. Если этот ролик наберет 600 лайков, то я сразу же выпущу продолжение. Ну а для мотивации, чтобы вам было интереснее смотреть этот ролик, предлагаю поучаствовать в моем конкурсе на 105 рублей на ваш киви-кошелек. И чтобы принять в этом конкурсе участие, нужно выполнить только одно условие, дамы и господа. Написать к этому видео 1152 комментария. А уже завтра в моей группе ВКонтакте, как обычно в прямом эфире, я подведу итоги. Поэтому прямо сейчас бери чаечек, печенюшки и вкусные напитки. Но мы погнали смотреть видос. Чё хочу сказать, ролик по HealthStore всегда сулит с собой интересный жаркий контент. Но сегодня у меня есть промокодик, который называется Богомол. Вводи его во вкладочку «У меня реферальный код», нажимай «Отправить» и получай 2 доллара абсолютно бесплатно. В описании будет специальная ссылочка. Смотри, есть 3 режима, на которых можно подняться. Есть апгрейдер, мой, кстати, самый любимый режим, как ни странно, CoinFlip и режим классика. Заходим, нажимаем «Купить» и выбираем скины, которые нам нужно с вами поставить. Я выберу вот этот юспик. Баланс, конечно, сегодня, ребята, не самый большой, который можно было ожидать, но такой, знаешь, в принципе, и не с такого баланса поднимались, как говорится, правильно? Поэтому заходим, покупаем все, что нас интересует, вот такие вот скины, нажимаем купить и потихонечку начинаем играть на этом замечательном сайтике. Поехали. 38% ставлю и прямо сейчас смотрим, что происходит. Давай, 25%. HealthStore. Ты можешь что-то, прям все что угодно. Вообще, мне сегодня кажется, что мы проведем основную часть ролика на режиме апгрейдера, новый режим, который реально, ну, что-то интересное выдает. Мы все-таки проиграли, причем Бэтмену, блин, это вот обидно проиграть Бэтмену. Заходим. И вот сюда просто пытаемся сейчас выиграть. 44%, ребята, ну такой хороший шанс. Я думаю, что потихонечку с такими процентами давайте попробуем довести этот скин просто до ума. 30 долларов, не, ну я сразу 2 выбрал, я понял. Вот потихонечку вот так вот, не будем особо прям дико рисковать. Ну окей, за 13 долларов проиграли, смотрите. В принципе, не беда. Берем за 30 долларов, берем вот такой вот ножик. И сейчас спокойно его выигрываем, чекайте. Оп, все. Все, это спокойный нож. Ну ладно, не спокойный, но это нож. Окей, окей. Ставим за 13 долларов 194 рубля. Самое главное, что баланс пока что в плюсе. По итогу у меня цель сегодня дойти до 400 баксов. Пацаны, не знаю, будет ли это жестко, будет ли это не жестко, но... Окей, посмотрим. Давай, 20 долларов. Ну, почему бы и нет? У нас 66%. Мы даже выиграли, я понял. Окей. Но еще же есть режим, который называется CoinFlip. CoinFlip. Почему нет? На нем тоже можно поиграть и поднять бабосиков. Угу. Надо что-то только поставить, чтобы... О, 60 баксов. Это мы любим, это нам нравится. Вот как-то вот так вот, что ли, блин. Или вот чисто на нож. Давай чисто на нож с ним сыграем. Прикиньте, нож Наваха на статрек электрический улей. Минимал вэр. Блин, это жестко, потому что если мы сейчас проиграем, все, гахана. Просто GG ВП. Ну давай. Ну мы можем. Пусть нам повезет сегодня, блядь. Но никогда нам не повезет. Никогда нам не повезет на таких режимах. Хорошо, я понял. Но мы берем вот просто вот такой процент. Берем неоновую революцию. 28%. Давай, мы сделаем это. Да как нехер. Просто как нехер. Хорош. Фух. И берем сразу 148 долларов. И ножик сюда в карман просто идет. Пацаны, и на риски. Это чисто риск. Ебейший. Просто риск, который, сука, не проходит. Ну что за херня? Ладно. 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 Хорошо. Апгрейдер может сейчас вообще нихера не выдать. Ну так и происходит. Он нихера не дает. Ну пожалуйста. Ну я хочу что-то выиграть. Ладно. Все-таки, ребята, когда играешь максимально вот так вот рискованно, это, конечно, интересно, но это не профитно ни хера. Все, у нас один скин остался, получается. Люто-люто. Ладно, давайте поставим этот нануар, будь что будет, действительно. Проиграем, так проиграем. Самый быстрый видосик будет. У нас еще есть 13 долларов в магазине, кстати, можем их тоже как-то заюзать. Но не повезло сегодня. Ну реально, то есть могло быть лучше. Ладно, это еще не конец, у нас еще есть, во-первых, минимум эр ненуар, во-вторых, у нас еще есть ставочка, еще есть вот такой скин. Вообще можно не расстраиваться, потому что еще не все потеряно, пацаны. Но как бы мораль все равно этого ролика уже такая, знаешь, потухшая, такая грустная. Ладно, не, ну в принципе, сейчас мы это все подровняем, я уверен, я просто уверен в себе. Давай, брат, давай. Ну вот, ну это изи, 45 долларов. Теперь что делаем? Я предлагаю, берем вот так вот, весь этот нахрен шир. Просто все, что имеется. Хорошо, что можно это вот так все объединить. И просто в один. 44 бакса полетел.
Ну ты мой хороший, есть такой момент. Смотри, потихонечку поднимаемся. Идем сюда. И вот здесь сейчас перчаточки поднимем, правильно? Ну, правильно, $83. Можно, можно, ребят, все равно подняться. Как бы я сейчас не гнал на холсторик. В принципе, он что-то интересное все равно, ну, при желании может выдать. Я думаю, сейчас этот дигл мы тоже заберем. Отлично. И заходим на классику. На классике не особо что-то интересное происходит. Но $142, сам факт, и мы же вернули баланс. Кто-нибудь, может, подтопит, я хоть дигл поставлю или перчатки, не? Никому вообще не интересен сегодняшний ролик, я понял. Ну, блин, вот я бы... Ой, розыгрыши зашел. Ну, можете поучаствовать, кстати, гейвэй какой-то от холсторика. $52. Кто выиграл? Я бы опять проиграл, короче. Ладно, $52. Да ё-моё, ну дайте мне зайти куда-нибудь. О, $52. Много. 143, блин. Ну, хочется что-то такое, чтобы не алын был. Не получается вылететь, ладно. Классик. Ну, давай, ладно, давай в классике поиграем. Немножечко подтянем видос, сделаем его поинтереснее. Вдруг кто-то увидит этот дигл и захочет, потопить. Тоже неплохо уже. Не знаю, ребят, просто ставьте лайки, и я буду записывать хеллсторик почаще. Я думаю, что такой неплохой сайт. С $20-30 опять до 150 подняли, тоже, знаешь, неплохо. А я даже и подтапливать не буду. Вот сейчас мы забираем эту ставку, и можно и ролик заканчивать. Смотри, но мой дигл, он такой святой. Факторинг йилд 34%, $171 ставка. Ну, идеальная просто ставка для вина. Давай, брат. Давай, сука. Ну, ладно. Окей, я ставлю в начало перчатки, и мы заканчиваем этот ролик, ребята. Давай. На просто. Вот... Кто что хочет, кто что говорите, я занял самый коронный билет, и я считаю, что не зря я все-таки пошел записывать этот ролик. Давай, докажите мне. Вот уже хорошо. Уже говорит о том, что ставка будет минимум $150. Это просто минималка будет лютая. Давай. Ну, подтопите. Ну, что это? Смотрите, какая сочная ставка. Нельзя ее просто так оставлять. $134. Ну, тупо ширп. Я борюсь сейчас за ширп. 62%. Ну... Ты же знаешь, что можешь подтопить. Ну, какие $135? Очень смешно, на самом деле. Я могу сейчас нажать ставкой и сплеернуть, кто выиграет, но я этого не буду делать. Мне интересно. Ну, неужели я проиграю? Ребят, я проиграл. Охеть, то он меня скамит просто. Я проиграл 1%. Ну, это бот выиграл эту ставку, очевидно. Реально заскамили просто, челы. Понятно, понятно. Ну, это что, о чем говорить? Даже не отображается, блядь. Закидываю свои бабки, пацаны, обида, но это же пиздобол, это бот просто забрал эти ставки. Ладно, вот такой получился видос, проиграли сегодня бабки просто боту, хуй знает. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, пока-пока.